Когда машин в городе больше, чем парковочных мест, начинаются большие проблемы. Большинство дворов городских домов, построенных в советское время, просто не оборудованы специальными парковочными местами. Да и многие современные новостройки не всегда соответствуют современным нуждам. Поэтому и жалобы от местных жителей о несанкционированных стоянках поступают ежедневно. В городе все больше машин и все меньше мест для парковок. Нередко поступают жалобы о переполненных дворах и несанкционированных стоянках. Мы решили пройтись и проверить это. Автомобилисты оставляют своих железных коней на тротуарах, бросают на газонах, детских площадках, ставят все время рядом к уже припаркованным легковушкам. Некоторых даже не останавливает знак «Парковка запрещена». Во-первых, конечно же, мешает, а во-вторых, как автовладелец, у нас нет организованных мест стоянки. Допустим, некоторые рядом спальни, поэтому ставить просто-напросто негде. Сами автовладельцы отмахиваются. Ну а куда еще поставить? Однако в некоторых случаях поставить свою ласточку все же есть куда. Вот, например, Новый город. Несмотря на близость к автостоянкам и гаражным комплексам, дворы забиты машинами. Ставят даже на газонах. И такая ситуация почти в каждом районе города. На улице Кирова жители оставляют своих железных коней прямо на тротуарах напротив своих домов. Ну, отрицательно к этому отношусь однозначно. И во дворах, и на улице Карлипних-то с двух сторон все время заняты. Ваш двор тоже переполнен? И во дворе, и на наши, допустим, подъезды выходят на улицу. Машины день и ночь с двух сторон. Они вам мешают? Ну, конечно, всем мешают. У меня машины своя нет. Конечно, плохо, сегодня зимой, когда не убирают. А так как пешеход, мне они не будут мешать. А ваш двор переполнен? Нет, нет. У нас там пожилые живут одни. Там нет молодежи с машиной. Просто есть. Люди ставят машины там, где удобно, есть возможность. Что вы об этом думаете? О том, что ставят? Ну, там, где нарушают правила дорожного движения, знаки запрещают на пешеходных переходах, на этих, там да. А если стоят, не мешая движению, размещены и во дворах не мешает проезду спецмашин, я думаю, тут нет такого. Как же бороться с нарушителями парковок, из-за которых передвигаться становится все сложнее? Первым решением стала реализация проекта по организации платного парковочного пространства в рамках частного государственного партнерства. В пилотном варианте к середине лета в Ульяновске должно быть создано 100 платных парковочных мест. Вероника Николаевичева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.